Сейчас мы все готовим к паводку. Лежит паводок спокойно, без потерь. Дальше. Вода докуда будет? Вода ожидаем, ниже того гребня. Ожидаем до, примерно до уровня роста, конечно. Вот проектировщики предполагают, мы предполагаем, что не выше. Дальше, когда будет летняя межень, мы устраиваем дамбу из щебня бутового камня, защищаем полностью берег и начинаем выполаживание и отсыпку до самого верха. То есть нам, по сути, нужно до следующего паводка сделать полностью был контур нашего берега. Когда все облежится, паводок пройдет, начнем укладку. То есть идем по своему графику, который более сжат. Проект был разобран. Понимание есть полное. Понимание есть, вопросов, понимание есть. Знаете, полное. Что, зачем? Да, проектировщики уже шутят, что давайте мы у вас кабинет арендуем, потому что вы у нас живете. Здесь все, авторский надзор очень суровый, здесь все отслеживается, то есть проект такой. Здесь в основном в проекте самая большая сложность – это его размер. То есть больше, чем инженерный строитель, это размер. То есть огромный размер и последовательность работы. То есть нужно так сделано, чтобы ничего не было. Так, вопросы какие есть? В принципе, по... Ну вот сейчас закрытие дорог... Сама система сооружения сделана так. Воду сбрасывает, да? Да, конечно. Воду сбрасывает. Все тает, здесь большегрузная техника, он по 50 тонн едет спокойно, как по твердому. То есть оно все... Нет уж, все работает. Дренаж работает, все работает. Да, все отслеживаем по работе, по смотрим. Здесь же система вертикальных дренажей, горизонтальных дренажей. То есть здесь система сброса воды достаточно сильная. Ну, это самое главное, потому что, когда мы это проектировали, все старожилы нам говорили, самое главное, не отведете воду, ваши работы будут на смарку. То есть, это же понятно, что ну, вот смотрите, вода все разрушает. Ну, лужи стоят только где в низинях, а все остальное все сухо, даже вот до самого конца. Нет, но у вас же потом-то склон будет, сейчас у вас же, так сказать, еще просто рабочая поверхность, здесь же будет склон, да, плюс дренажи работать, то есть вот это уже не будет. Он тоже специальный кусок заложен, который следим, чтобы... Тренироваться должен. Да. Тренируется до дренажа и сквозь систему колодца. Вот видно, вот колодцы вот здесь стоят, это будет уровень. Ну не, это и сказали, да, понятно. Да, грандиозный проект. Когда мы его планируем закончить? В 15-м. Когда? В 15-м. В 16-м? В 16-м. Но это этот проект, а вместе с парком? Вместе с парком. 16-й. За 2 года можно сделать. Деньги, ну, 15-16 надо предусматривать, и тогда уже в 16-м надо сдавать вместе с парком, с набережной и со всеми делами. Но в бетоне набережная, пусть без обустройства. Когда у нас появится? В 15-м году? Летом 15-го. Все по плану. То есть... Летом 15-го мы по бетону пройдем, по набережной. Я думаю, да. Привет. Ну, на сегодняшний день у нас выполнено, подписано уже где-то на 68 миллионов. 72. Пока не видно финансирования. Если бы были деньги, мы бы в этом году все сделали. Финансирование здесь федеральное немножко держится. Республиканское это сейчас уже пошло. Нет, еще. Нет, не именно республиканское. Нам надо подписывать, что там.